по поручению губернатора Камчатского края Солодова Владимира Викторовича в муниципалитетах будут созданы общественные комиссии, в которые будут входить активные граждане, которые, в свою очередь, будут контролировать приемку работ по проекту «Решаем вместе». И в будущем также будут смотреть за их состоянием. Такое формирование уже началось, и в ближайшее время практически в каждом муниципальном образовании у нас будут сформированы такие активные комиссии. Поэтому если у нас есть жители, которые хотели бы принимать участие и контролировать и следить за ходом выполнения работ, приглашаем всех неравнодушных жителей. Необходимо обращаться в администрацию своих муниципальных образований.